Касым-Жомарт Токаев решил ввести режим жесткой экономии бюджета из-за паводков. Такое решение он озвучил на встрече с пострадавшими от паводков в Кустанайском районе. Президент поручил властям всех уровней отказаться от крупных мероприятий в пользу помощи пострадавшим. По его словам, был отменен крупный международный форум. Также сокращены расходы на проведение всемирных игр кочевников и участие Казахстана во всемирной выставке в Токио. Из сэкономленных средств будет выплачена компенсация пострадавшим. Перед правительством стоит ключевая задача – ликвидировать последствия паводков до конца осени. Кроме того, за каждым пострадавшим регионом будут закреплены крупные предприниматели с целью оказания помощи. Во сколько обойдется ликвидация последствий и выплата компенсаций? Смогут ли власти решить возникшие проблемы в срок? Ответы на эти и другие вопросы узнает Дмитрий Мачель в программе «Дневной формат» в 14:00.